новая летняя коллекция в магазине «Классика», в том числе коллекция купальников. Сегодня здесь открытый урок «Nika Models». Из всего происходящего нас, как людей, стремящихся к прекрасному, интересовало более всего, конечно, такое глобальное культурное событие, как дефиле в купальниках от «Классики» в исполнении модели «Nika Models». Сегодня у нас ноу-хау. Алена приехала, обязательно должно быть ноу-хау, да. Поэтому мы сегодня делаем открытый урок школы модели «Nika Models» на базе ресторана «Классика» и бутика «Классика». И, соответственно, показываем ее коллекцию. Я думаю, что это станет теперь уже нашей практикой, что очень приятно. У Алены в магазине представлены всевозможная, очень разнообразная цветовая гамма, принты, всевозможные модели, огромная линейка размеров. То есть, в принципе, любая женщина любого телосложения сможет подобрать здесь, ну, хороший купальник. Даже не могу не отметить, что Алена – это не только лицо и руководитель этого магазина. Она очень гибкий и очень профессиональный байер. В магазине представлена очень модная и качественная одежда демократичных линий, а также одежда премиум-класса, которая позволяет любому покупателю с любым бюджетом выглядеть всегда модно, стильно и очень современно. Что касается коллекции. Есть две линии. Линия больших размеров, линия маленьких размеров. Вы помните, чем занималась эта классика. А сейчас новый виток у магазина «Классика» – это одежда для молодых и красивых. Это купальники, это casual, городской casual, спортивный casual. Это женская одежда, которую вы можете носить каждый день. Со всеми модными трендами, со всеми модными направлениями, со всеми модными марками. Извините, а можно с вами сфотографироваться? Конечно. Да? А вы успешная модель, как вы считаете? Пока еще начинающая. Сколько вам лет? 17. Ну, 17 лет – это уже расцвет карьеры модели, в общем-то. Согласитесь? Согласна с вами. Но пока я начинающая модель. Должно быть купальников у девушки? У девушки должно быть много купальников. Сколько? Неделька. Ну да, минимум неделька. А что, модель не может быть некрасивая, да? Но она обязана обладать шармом. Главное, чтобы она была фотогенична, потому что даже если девушка не очень симпатичная, и ее очень любит камера, она очень будет получаться, и у нее все получится в будущем. Понятно, что купальник – это не только предмет гардероба, это еще и инструмент, который позволяет ей соблазнить молодых и красивых мужчин. Пляж сейчас – это тот подиум, на котором красивый это каблук. Это место, где мужчины оценивают и купальники, и то, что под, в общем, поэтому... все. Какие вот сейчас вот эти самые пресловутые антропометрические данные вот на сегодняшний? Параметры модели должны быть 90-60-90, если рост от 1,75 м. Если рост ниже 1,75 м, то параметры должны быть на 2 сантиметра меньше, соответственно. То есть совсем миниатюрные должны быть такие девочки, ну, такие, да? Модели должны быть очень худенькие и очень красивые. Мы хотим сейчас очень корректно соединить вот наши все люксовые бренды, которые присутствуют не только в Харькове, и в Киеве, и в Днепропетровске, с демократичными ценами, те, которые сейчас нужны Харькову. То есть купальники будут от 200 и 300 гривен, а то, что касается каждодневной одежды, то есть casual, это будет порядка 350-450 гривен сарафан, платье.